Добрый день, уважаемые коллеги. В преддверии главного праздника нашей страны, 20-летия независимости, я хотел, чтобы мы все вместе поздравили нашего президента с таким большим праздником, который перед нами предстоит. Поздравляем вас, Нурсултан. Одним из первых органов, наверное, даже самым первым, который был образован в независимом Казахстане, это была система нашей независимой Генеральной прокуратуры. Все эти 20 лет нашей независимости прокуратура четко исполняла конституцию нашей страны, следила за исполнением законодательства в нашей стране и исполняла все те решения, судьбоносные решения, которые принимались нашим президентом. Все эти 20 лет, вот как сейчас говорил генеральный прокурор, каждый из вас, каждый работник прокуратуры, который сегодня работает, и те, кто работает сегодня в других органах, они четко и ясно доводили исполнение законодательства. Даже в самых тяжелых условиях, когда приходилось принимать очень непростые и сложные решения, вы всегда были на высоте. Сегодня, пользуясь этим случаем, что я сегодня стою на этой трибуне перед вами, я хотел от имени вот исполнительных органов, от имени правительства выразить вам большую благодарность за ту совместную работу, за те решения, которые мы вместе с вами совместно принимали в самых тяжелых условиях, в самых непростых условиях. Я думаю, что тот праздник, который вы сегодня отмечаете, вы и каждый из вас, и каждый человек, который сегодня не находится в этом зале, исполняя сегодня этот долг, заслужил его. Поздравляю вас всех с этим праздником, с вашим 20-летием.